них смотрю, когда ты думаешь зеленым судья, видишь, он подкупной наш. Не судья, это у них вора этот, воротчик, воротчик. Вратарь, вратарь, он нас, он за нас. 6-1. Итак, матч пятого тура Казанской футбольной любительской лиги. Они обсуждают, как победить. Да, именно так. О! Оле, ротор! Матч Казанской любительской футбольной лиги серии Д между командами Ротар и Совпласт. Второй состав Совпласт, да, Совпласт 2. А в каком дивизионе играет основная команда Совпласт? Два? Итак, раз начинается этот матч команда Совпласт. Сейчас прозвучал уже стартовый свисток. Так. Ну, поскольку Пари Сен-Жермен в этом сезоне, насколько я знаю, рвется к чемпионству. Да, действительно, форма напоминает чем-то форму столичного французского клуба. Кто у нас сегодня на поле? Ну-ка, сама, ты всех знаешь, давай. Номер один. Фахреев. Ренат Фахреев в воротах. Защитники. Номер третий Олег Кочин. Номер 16 Рамиль Пиштеряков. Номер 34. Вот и первый. Олег Петров. 34 Илья Петров. Илья Петров. И восьмой Денис Числов. Полузащитники. Вижу 13-го Сергей Королёв. 7-й Дмитрий Иванов. Так. 6-й Раниф Хозяхметов. Раниф. Так, 17-й на в запасе, по-моему, остался, да, на начало матча. Нападающий 88-й Максим Завражнов. Максим Завражнов и 22-й Антон Ященко. И вот атака уже на наши ворота. Но здесь не получилось у игрока. Нет, получилось все-таки обработать мяч. Пас в центр штрафной. Пока выносим. Атака продолжается. Навес. Фахреев на месте. И комментаторы сегодняшнего матча. Целое трио собралось на трибунах. Ну как? А, квартет, прошу прощения. Да. Регина Гельманова, Максим Гельманов, наши сегодняшние гости. Неважно. Для меня он будет Гельмановым. Сама от Шигапов и у камеры, собственно говоря, и ближе всех к микрофону в данный момент Тимур Валеев. Ну а пока тем временем там вот... 22-й номер нападения Антон Ященков. Вот, кстати, мы его забыли упомянуть. Он в паре с Максимом Завражным сегодня играет пока, вот на старте матча. Сейчас получал передачу, к сожалению, обработать ее не смог, мяч потерял. Что-то как-то атака на свои собственные ворота сейчас пока получается. Штыряков, Иванов. Мне кажется, Илья Петров в полузащите. Вполне возможно. А Кирилл Торбин? Кирилл Торбин, да, 77-й номер. Вот он в защите. Мы его тоже забыли упомянуть, но он на поле. Он... Ох, какая сейчас неприятная ситуация у ворот Совпласта. Опасно! Ах, нет, здесь Кочин остановил. Не видя, остановил. Какие у нас замечательные защитники. Мяч не видит, но его останавливает. Браво, Олег. Длинный заброс вперед. Нет, Максим не побежит на этот мяч. Под солнышком сегодня играем. 20 градусов на улице. Такая хорошая футбольная погодка. Воскресенье плюс 27 было. Ой, плюс 25 будет. Ну, совсем хорошо. Плюс Динамовский стадион. Просто красотища. Ракета. Ракет разве? Да. Что-то, по-моему, в группе писали, что на «Динамо» играем. На «Динамо» мы с «Антаресом» играем. Нет, я понял. Я имею в виду воскресенье на «Динамо» с «Антаресом». Сегодня-то ракета, само собой разумеется. Уж дербышки я не спутаю ни с чем. Смотрите, как сейчас скочено. Нападающий обошел, но благо тут Ренат Фахреев мяч подкараулил, забрал. Петров. В центр Кочину.
Пока может... еще 0-0. Пока еще 0-0. Да! Пока еще 0-0. Есть еще один замечательный перл у комментаторов. Не успела закончиться 5-я минута, как началась 6-я. То есть вот это из разряда ай-яй-яй-яй, и вы со мной согласны. Денис Числов мяч вбрасывает. На Завражного сразу далеко толкали Максима. Толкали Максима и штрафной в нашу пользу. Далековато, конечно, от ворот. Здесь, наверное, стоит разыграть это. При нашем умении. Нет, Денис будет все-таки туда, далеко вперед. Попытался забросить мяч в штрафную. Мяч оказался у Торбина. А до Королева не дошел. Кочин на подборе. Торбин. Подсказывайте, что горит игрок. Числов. Заброс. Ященков. А, нет, прошу прощения, это Илья Петров был. И такое хрумканье чипсами или чем там раздается на трибунах. Посмотрите, как спокойно сейчас по правому флангу. И слава богу, что удар получился никуда. Ну, скорее всего, был навес. И опасный момент, мы закроем флагом. А это наши болельщики с флагом Ротара. Они же по совместительству и комментаторы, они же по совместительству и зрители. 3-1 получился. Как тебе понравилась идея про мультики? Мультики? Я что-то пропустил? Ты не читал? Я вроде все прочитал. Я что-то пропустил. Так. Я поняла, почему мультик, потому что мультик не все. Это. Номер со сломанной рукой, скорее всего, будет играть. А? У Совпласта 17 номер со сломанной рукой. Ничего себе. Какие железные люди играют в Совпласте. Снова аут в нашу пользу. На этот раз Сергей Королев. Завражнов. Не получилось обработать один мяч. А здесь. И у Совпласт второго. Тоже атак не получилось. Слов. Обратно Фахриева. Кочин. Что-то вроде на пустом месте, такой как-то неприятно в своей штрафной. Вот хорошо. Это кто у нас там? Хазиахметов разгоняется. Ященков. А Ященков, прошу прощения. Иванов показывает, делай пас. Угловой. Должен быть, по крайней мере. Да, да, угловой. И Ященков уже пошел его подавать. Так. В зоне вратаря никого нет. Во вратарстве. Да, во вратарстве. Но Ященков подает там на штангу, но правда не очень удачно. Сейчас может получиться контратака. Не получилось контратака. Иванов. Ященков с мячом. Скучно, ребят, скучно на поле. Пока безопасных моментов практически. Доходит вроде бы атаки. Нет, все там в рамках правил. Доходит вроде атаки до ворот. А ударов-то нет. Итак, в запасе пока кого вижу. 55-й Евгений Еременко. 9-й Ренат Ахмадулин. 4-й Марсель Ибрагимов. 23-й Ильнур Сатин. 17-й Марат Шигапов. И 18-й Нафис Минибаев. Ну, пока мы тут запасных перечисляли, игра продолжается. А вот чей? Нет, по-моему, Совпласт. Нет, все-таки наш. Завражников оставляет Денис Числова. Денис далеко на Королева. Что-то Максим опять вот уже минут как 10 прошло. Да не только Максим, в принципе, и Антон Ященков. Мяч не доходит до нападающих. Халтурит полузащита. Опять зоны появляются, свободные между линиями. И Штыряков с мячом. Нет, не Штыряков, опять Числов.
От такой скуки у нас даже болельщик флагом перестал махать. Ветер машет. Ветер. Ветер за болельщика играет. 12-й игрок. Ветер с нами. По-моему, в ближайшем окружении сомнений уже не осталось на этот счет. Тем временем мы возвращаемся к событиям на поле. Давайте все под маком. Возвращаемся к событиям на поле. А события на поле пока довольно скучные в данном моменте, в данной ситуации. Зато на комментаторской кабинке есть. Ну, кабинка это сложно назвать, так скажем, площадка комментаторская. На балконе. На балконе комментаторском, да. Кабинка сзади нас, она для персон. Ложа прессы, во. Ну и нам неинтересно, там флагом не замахать. Да-да-да-да-да. Там сам ветер за нас. А здесь ветер за нас. Здесь ветер пока против нас, он дует навстречу. Ну вот пойдем играть на правые ворота. Вот хороший заброс на Максимку. Ну, Забрашков перекинули вратаря. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы со мной согласны? Да. Да, вот и вот и я только что говорил, что и ударов нет, и полузащита хромает. А нет, не хромает, есть удары, но в этот раз похромало нападение. Прицел сбился, да, согласен. Да, Забрашков сейчас... Ну, не знаю, не то чтобы 100%, тут, наверное, 150% шанс. Забыли еще в запасе упомянуть 14 номер. Дмитрий, нет, Игорь. Тут и нет, Роман Гатаулин. Спрятался, нет. Да, вот теперь появился. Вышел из сумрака. Вышел из тени. Есть мусор-то? У меня в кармане. Самое главное, чтобы это было не постоянным явлением. Пока мы искали мусорку, мяч накатился на наши ворота и также откатился. Совпласт, правда, продолжает его контролировать. Пас в центр. Вот опасная свечечка такая. Это сейчас кто это там? Штиряков так постарался. А там еще ударил солнце в глаза, кстати. Да. Есть такое. Сам, будучи хоть и вечно запасным, но играя на тренировках, неприятно стоять против солнца, согласен. Даже козырек ничего не помогает, оно слепит. И мяч. Видно очень плохо. Угловой. У ворот Ротара. Подача. Надо давить. Ох, как хорошо сейчас и удачно он в своем месте оказался. А кто оказался? Хазиахметов, да. Хазиахметов оказался. Подкараулил мячик у ближней штанги, у дальней штанги. У ближних к подающему, вернее, штанги. И... Ну вот первый опасный момент, наверное, у наших ворот, когда реально был голевой момент. Мяч шел в створ. А сейчас мяч прошел мимо всех. Но почему-то пошел на угловой. Максим, иди к центру. Стой, стой. Ну, я так полагаю, сейчас команда была с той целью, чтобы сорваться в контратаку, иметь возможность. Да, у нас есть еще же. Здесь еще один Максим. Ближе к центру, Макс. Подача. Ну теперь осталось только нам забить 6 после прогноза 6-1. Да. Вы просто обязаны. Да. Сегодня как бы два повода как минимум для победы. Во-первых, день такой. Да, 9 мая. А во-вторых, тут ему показать подарок, скажем так, на день рождения. Так, пацаны, вы сегодня просто обязаны выиграть у одного из комментаторов сегодня день рождения. Завтра, прошу прощения, день рождения.
Мы просто обязаны побеждать. Но пока 0-1. Разминается еще один вратарь. А, Ленарший Худинович наконец-то появился. Долго его не было. В Питере был. У кого-то. Нарушение. Да я знаю, что у кого-то завтра день рождения. Кто-то все подарки уже заранее получил. Да. И Панову подарите. Так, Иванов будет, да, выполнять? Это штрафной. Ну, здесь нормально, можно забрасывать. В штрафную туда? Нет, не получилось. Петров пытался нанести дальний удар. Попытка оказалась неудачной. Но в предыдущем пропущенном мяче есть вина вратаря? Нет, наверное. Защита прошляпила игрока. Он бил упор головой. Тут сложно сказать, Фахреев-то виноват. Нет, конечно. В таких ситуациях солнце в глаза, а игрока оставили свободного в вратарской зоне совершенно одного. Он выпрыгнул просто выше всех. Оказался в нужном месте в нужное время. Когда бьют тебе в упор... Вообще сложно предугадать, так сказать, траекторию полета мяча при ударе головой. С какой углом полетит? Как? И очередная атака. Так, Регин, маши, пожалуйста, активнее флагом. Мы что-то как-то, ну, совсем вот постно выглядим на поле. Совершенно. Завражнов там устремляется за мячом. Регина стала совсем активно махать флагом. Заехала флагом не по уху. Ничего, нормально. Да. Вообще скажи спасибо, что не флагштоком, действительно. Чё ты еще выпендриваешься? Снимаешь и снимай дальше. Да, маг действует. Маг действует. Маг в смысле маг, а не магдак. Согласно. Нет, мяч не ушел. А, нет, все-таки ушел, да? Судья показывает. Что в процессе полета мяч сначала вылетел за боковую линию, потом на поле вернулся, и там уже и приземлился. И такое бывает. Числов. Где? Ну в каком месте там? Забавное решение. Неправильно вбросил аут, насколько я понял. И судья принял решение перебрасывать. Ну что-то уже игра пошла, там 2-3 паса было сделано, уже мяч перехватили. Для чего это было сделано, непонятно. Нелогичное решение, прям скажем. Казиахметов развернулся на Торбина. Торбин там чуть ли не один впереди сейчас. Трое игроков набегают. Пас! Завражнов! Не получилось! Ну! Решай! Удар! Мимо! Да. Второй опаснейший момент у ворот Совкласса сейчас создали, и второй же момент не реализовали. По моментам 2-1, по счету 0-1 пока. Мяч ушел в аут. Сейчас я прочитаю, как это играется. Очень просто. Сыграно в первом. Слушай, всего 20 минут сыграли. Что-то возим волынку, возим.
40 минут по регламенту. В любительском футболе 40 минут. На весь матч допускается 10 замен. Всего 40 минут? Нет, 40 минут первый тайм, 40 минут второй тайм. Два тайма по 40, ну плюс какая-то компенсация времени в случае, вот там голы забивают, там какие-то задержки на замены, на штрафные и так далее. То есть 1-2 минуты, как правило, добавляется. Но вот у меня по таймеру 20 минут сейчас сыгранных. Очередной навес! Денис! Удар! Хорошо, проверил вратаря. 16. Отдай мячик нашим. Да, вратарь действительно сегодня у Совпласта играет в такой ротаровской практически форме. Там единственное, что черного цвета только не хватает. А на бутсах? На бутсах и на рукавах. Так, ну а черно-зеленый пока, напоминаю, 0-1. 0-1, Петров. Пас никуда. Перехват последовал. Но здесь серия взаимных ошибок, и мяч оказывается у вратаря, у Рената Фахреева. Кто с мячом? Торбин. Хазиахметов. По флангу прошел. Нашел Ющенкова пасом. Антон. Горишь? Пас в центр отдал. Ну что такое? Иштыряков. Подкараулить мяч. Все правильно. Отдать Фахриеву головой. Разворачиваем атаку. Кочин. Обыграл своего визави. Направо. Сильно для Хазиахметова этот. Не ожидал этого передачи. Мяч входит в аут. Вот как-то после двух проведенных таких интересных атак игра оживилась. Стало интересно смотреть. Вот, все, что есть. Морской бой. Да, реально. Мне на телефоне тоже игра самое. Становится жаркой. Игра становится жаркой. Так, а кто нам начал раздеваться? Там, вот, синий-красный. Уже второй. А, то есть значит у них сейчас готовится замена. У сине-красно-белых. У Пари Сен-Жермена. Так, ну у нас я вижу там Ильнур Сафин, номер 23, на кромке поля находится. Уже вот прям вот готов вступить в игру, прям вот уже пританцовывает. Ну когда же моя очередь-то? Сейчас дойдет. Лишь бы атака не дошла. Атака не дошла и... Нет, аут не случился. Совпласт мяч сохранил. Отличный перехват, Королёв. Ай-яй-яй-яй-яй, передача не прошла. Петров хорошо вывел. Ну, Минибаев. А когда Минибаев на поле успел появиться? Или я что-то ошибаюсь? Нет, 18 на физ Минибаев, что уже замена была? Замена, да. Сама замена были? Я только что ушла. А. Числов, Кочин. Пропустил я этот момент. Вроде бы на физ в стартовом составе не было. Ищенков и Завражный. Насколько мне память не изменяет. А, Завражный ушел, да? Ну, значит, да, замена была, я просто пропустил этот момент, да. Итак, вот тут первая замена произошла уже в вратаре. Нафис Минибаев сейчас играет вместо Максима Завражного. Атакуем, продолжаем. И все левым флангом. Все Антон Ищенков там крутит и зарабатывает очередной аут. И замена. Наконец, Ильнур Сафин, 23 номер, появляется. У него возможность вступить в игру. Кого он будет менять? Вечный долг перед Ильнуром Сафином. Помню, как села батарейка, и я не записал его гол. Ильнур, у тебя программа минимум забить 2 гола. Дубль с тебя. Олег Кочин покинул поле, 23-й. Но эта замена не в линию, это у нас защитник на полузащитника заменен. Ух ты как, ошиблись сейчас. Вот Торбин там, по-моему, мяч потерял. Вот сейчас Илья Петров перешел в защиту. А, в защиту отодвинулся, да? Да. Сафин? Ильнур Сафин, он полузащитник. Ну, Петров, он такой игрок, в общем-то, двух линий. Он и там может сыграть. У него, конечно, умение начать атаку первым пасом не отнимешь. А вот Ильнур, он все-таки больше нацелен на ворота. Такой игрок
действительно линии полузащиты. Ну, не защитник никак, ни разу. Петров отодвинулся, да. Вот Сафин получил первый раз мячик. Первый раз его чуть-чуть не потерял. И отдал первый пас. Торбину. Ну да, там офсайд, там уж сразу трое их оказалось. Королев, Минибаев и Иванов. Чуть ли не в центре поля офсайд был зафиксирован. В этом плане защита у Завпласт действует хорошо. Минут первого тайма. 15 минут осталось играть в первом тайме. 0-1 по-прежнему проигрываем. Прогнозы на этот матч 6-1. Это вот. Мы хотим 6-1. Программа минимум выполнена, теперь нужна программа максимум. Иванов. Насколько я помню, максимальный счет, с которым Ротар выиграл, то ли 14-0, то ли 14-0. Это была весна. Это 2013, в прошлом году, команда, которая занимала последнюю строчку турнирной таблицы, в итоге за весь сезон пропустила что-то около 150 мячей, по-моему. Столько на двоих не забивали лидеры первых двух дивизионов, если что. Нарушение правил, там Иванов нам запрыгивал сейчас на своего соперника. И замена тут же, 25-й номер у Совпласта второго. Совпласт сейчас торопиться-то и не будет. В первом тайме им вполне достаточно, счет 0-1. Как минимум, команда тактически подкована, это уж точно, это видно. То есть играет в свой футбол, в принципе. И Фахреев на месте. Атаки, конечно, пропускает оборону Совпласт, но не сказать, что прям уж постоянно и... Вот одна из них, Ященков. Удар! Ну опять мимо ворот. Ну что такое? Нету, все, купил я. Четвертый, наверное, да? Четвертый момент уже. Четвертый момент. 0-1. Ну вообще для Ротара это традиционно, на самом деле. Начинать матч 0-1. Это еще не самый худший. Мы пропускали на первой минуте. Прям вот с разводу, как мяч центрального круга выходил. Да, мы играли с против Челси. Мы пропускали также против Чечевицы в прошлом этом самом, еще в прошлом сезоне. А еще с Фениксом сыграли. Еще с Фениксом примерно, да, по той же сценарию. По тому же сценарию. Игра развивалась. Чечевица в первом туре или в втором году? Можно, но не стоит этого делать. Вот. Да, потом выиграли 4-2. 4-2, 4-2, это как раз была Чечевица. А, Чечевица. Это был самый первый матч, на который я не поехала. На который ты не поехала? А нет, даже... на который ты не поехала? Потому что поздно. Да. Это был самый первый матч в Дербышках здесь, вот на этом же стадионе, на ракете. Проигрывали мы 2-0 и за 15 минут, умудрились за последние 15 минут 4 мяча, после чего вся команда с чувством выполненного долга поехала отмечать начало сезона. И после этого матч проиграл следующий. Хотя вели 2-1 в следующем матче. Получили численные преимущества. Нам не забили пенальти, у нас вратарь его отбил. Со второй попытки, потому что первая была пробита неправильно. Вот, то есть там тоже такой насыщенный событиями матч получился. И тоже здесь же на ракете. А? Да. Прошлую игру? 2-0. Да. Две игры выиграли подряд. Как раз на которую я не поехала, да. Потому что. Потому что я был под лицом, выиграли. И ты не поехала. Две игры подряд, да, Ротар сейчас, сказать, в своем активе, но пока вот 0-1. Пока 0-1. Я хочу победу! Ох, как же я хочу победу! Кто не хочет? Ну, судя по игре, черно-зеленые тоже хотят. И вот опять еще одна атака. Хазиахметов, что ли, там оказался впереди всех? Угловой заработал. А с какого перепуга, Еще одно нелогичное решение судьи. Вот тут был переброшенный аут, вообще непонятно о чем. Теперь удар от ворот, когда ясно читалось, что мяч уходил от Совпласта. Так, в первом тайме осталось играть 10 минут. Но это по камере. Чего там судья себе нарешает?
общем и целом игра смотрится. На самом деле мы провели 4 очень опасные атаки. Было 4 очень замечательных и мимолетных мимо ворот удара. Если бы Максим Завражнов и Антон забили, было бы счет уже 2-1. Уже 2-1. Тут, конечно, Завражнов сейчас, перекидывая вратаря, перекинул и ворота. И Антон Янченков. Ну, как раз тренер Ротера говорил, то, что перекидка – это очень тонкая, так сказать, штука. Ну, техника нужна здесь. Да. Здесь нужно владеть очень действительно грамотно ювелирной техникой, потому что мяч нужно поднять, задать ему нужное направление полета. А легче было просто ударить его. На противоходе, да, кстати, может быть, действительно, на противоходе имело бы смысл. Ну, что было, то было. История, как известно, не терпит сослагательных наклонений, если бы да кабы, дело не решает, как говорится. Просто потом на записи, просматривая все вот это, будет совершенно ясно, если вдруг, не дай бог, конечно, эта игра окажется проигранной, почему она оказалась проигранной. А в прошлый момент не реализует. Королев. Уложили. Сергея сейчас на газон. Да, предыдущий матч тоже грешили. Предыдущие матчи грешили этим нереализованными моментами. Числов. Минибаев сейчас красиво, в принципе, все делал, но, к сожалению, его этого намека, намерения не поняли. А, да, у нас появился еще один коллега наш, комментатор-фотограф Дамир Абдуллин. Прошу любить и жаловать. Заброс далеко вперед. Минибаев. Сброс на Королева. Назад, Числову. Заброс! И все головой, и все мяч на верхотуре. И удар в никуда. Это, по-моему, кто? Хазиахметов наносил удар. Ну, момент не момент, ну, такая пятая серьезная атака, наверное. Пятый наскок кавалерийский такой на ворота совпласта. Скажем так, пятая атака, из которой можно было чего-нибудь извлечь, если бы действовать аккуратнее и чуть-чуть техничнее, может быть. А может, не фарт, кто ж его знает. Посмотрим, что там первый тайм. Может, во втором тайме что-то будет здесь. 6 голов, сегодня 6-1. Офсайд. Что, офсайд? Офсайд, между прочим, не было. Ну как, у нас по прогнозу сегодня, по желанию, вернее, 6-1. В пользу ротара. В пользу ротара, естественно. Типун тебе на язык в пользу софтласта. Пойми, это тоже может быть. Дамир, ты сейчас пойдешь вниз. Ну я тоже хочу победу ротара. 6-1 это... 14-0 уже был, так что не переживай. За один тайм? А почему нет? 4 мяча за 15 минут забивали. Ты опять тоже не забивай. Не забывай. Мы все зависит от команды. Команда есть, игра есть, атаки есть. Реализации нету сегодня. Соперник? Ну, совпад пока не ставят по обороне, каких-то неразрешимых. Все равно 0-1. Ну, пока все равно 0-1. Да, Максимка, ты прав. Не подстрелялись еще. Личные встречи совпласт с ротаром в том году 2-2. А, ничья была, да? Да. На Баску, по-моему, играли? Да, на Баску. На Баску. Да, я, кстати, снимал тот матч. Ну, а Баска, конечно, стадион отвратительный в плане съемок. Ну, не зря сняли. И слава богу. То есть там трибун нет, там вот стоишь на кромке поля и что-то пытаешься снять. Совпласт побежал в атаку, не добежал до атаки. Сафин. Торбин. Снова Сафин. Налево. В центр получился. И никому. Снова Сафин. Подбор никого нет. Там, по-моему, вообще в центре поля никого нету. Числов. Пока центр вообще открытый. Ну, Тищенков поздно среагировал на передачу. Видел же, что мяч к нему идет. Вообще, если честно, Тищенков пока надо посеменить. Что он вообще наелся, что... Наелся. Антон скажет тебе спасибо за этот комментарий. Ха-ха, Тищенков с мячом. Нет, дело в том, что Тищенков и вот что Антон, что Алексей
сейчас передача была. Они игроки паса. То есть вот получили пас, получили мяч там в штрафной, ближе к штрафной. Будет острота. Нету центра поля, не играет центр. Сидят на голодном пайке, да. И, ну и, соответственно, остроты впереди тоже не создают. Все просто. Имея таких классных, на самом деле, классных форвардов, нужно грузить, 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 грузить и еще раз грузить. А пока грузит нас. Это пара нападающих, наверное, забила мячей вообще больше, чем... Ну, за прошлый сезон точно, чем вся остальная команда. Это тоже нужно использовать, но не всегда получается, соперник не всегда дает. Руки, что ли, были? Однако что-то это... В тенечке-то, да. Там на поле солнышко 20 градусов. Они еще и бегают. Махрей. Я, кстати, могу. Я не спорю. Мне формы есть. Ну да. Так, предлагаем замену. Регин Гильманова вместо кого? Вместо вратаря соперника. Это будет равнозначная, равноценная такая хорошая замена. Тогда уж там не 6-1. Не, Регина честно пропустит 6, потом станет железно. Ященков пока там финтит. Ай-яй-яй, догоняй! Ай-яй-яй! Смех смехом. Шестая атака на ворот. Совпласт. Будем считать атаки, рассчитать пока больше нечего. Ну вот он, 6. Вот она, шестая атака. Да, никто не уточнял, что 6 мячей против одного мяча, да? Сказали 6-1? 6-1 и есть. 6-1 по факту счет. Атаки же не считаются. Ничего не знаю. Все, у нас еще примечательно. Сейчас чего было? А, нарушение правил. Я за этим. В этом тайме будет 6 атак. А в следующем будет 6 мячей. Нарушение правил в центре поля там было. Сафин, да, Фарил? Ай-яй, Сафин! Ай-яй! И атака вратаря. Желтую! Глаз колен? Что-то типа... Нет, не в глаз, насколько я понял. Куда-то под дых, что ли, ему. В лодыжку вот сюда вот дали. Замена. Ну и в глаз коленом тоже бывает. То есть это футбол. Когда два игрока идут на мяч, и каждый не хочет уступать. Поведение мяча непредсказуемо. Там поведение игроков, в принципе, тоже непредсказуемо. Вопрос в другом. Вопрос в том, что, как бы, ну, скажем так, вежливый нападающий видит, что вратарь первый на мяче, не пойдет дальше. То есть уж совсем крайний случай, когда ты чувствуешь, что просто вот уже не останавливаешься, просто летишь как бы. Ну да, то есть вот ты подпрыгнул на мяч, смотришь, а там как бы вратарь, ну столкновение неизбежно, что ты ж, хоть ничего не попишешь. А так, конечно, атака вратаря это... Последнее дело. Я так понимаю, Макс выходил со стартом в составе? Да, Макс завражен был в стартом составе, сейчас Минибаев и Ященков. Но вот опять же, и тот, и другой, что характерно на самом деле. И Минибаев, и Ященков. Фахриев, браво! Браво! Оказался, прочитал все. Слушайте, может не стоит здесь Шихудинов выпуск? Мне все больше и больше Ренат на воротах нравится. А вот. Замена. Кочин выходит на поле. Тут Числов меняет, да? Числов прихромал. Сегодня флаг при деле. Мы нашли, кому его дать. Знамя Ротар развивается над стадионом. Ракета.
Ну, Кратар пока что-то не сильно развивается. Это, короче, фитнес полтора часа. Так, 40 минут сыграно, между прочим. Пожалуйста, только я сказал, 40 минут сыграно, первый тайм закончился. Первый тайм мне понравился игрой, не понравился счетом. Было очень много. За тайм, в принципе, 6 осмысленных, красивых, интересных атак на ворота соперника. Был очень некрасивый гол в наш ворот. Счет 0-1. Быть добру, ждем второго тайма. Итак, начало второго тайма. К началу второго тайма, естественно, за перерыв счет не поменялся, он так и остался 0-1. Удивительно, да? В перерыве никто не забил. Вот. Ну, в принципе, сейчас спускался вниз туда. Оба! Ну, блин! Где офсайд увидел? Я все снимаю, учти! Переигрывать придется. Нет, не переигрывать. Ты все снимаешь, переиграем этот матч. Да. Спускался вниз к команде, там тренер, естественно. Говорил, в принципе, все те же самые вещи. Но мне понравилась фраза, говорит, у вас не то, что крайние защитники ни хрена не работают, это я повторяю дословно. Мало того, у вас еще и центральные защитники ни хрена не работают. Ну и то, о чем я сказал. Работает один вратарь? Работает один вратарь, да, и нападение, когда до него мяч доходит. То, о чем я говорил на протяжении всего первого тайма. Нарушение правил там было, не в наш пользу. Полузащита – это рабочие лошадки. Действительно, они сами мяч добывают, сами его отдают. То есть вот нападающие пока сидят на голодном пайке. Поэтому винить того же Ещенкова с Минибаевым в том, что они пока не забивают. Ну, сложно. Что нет. Хотя есть только своей неземной красотой Регин. Вот! Есть! 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 Гол! Гол, 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 гол! И гол забил Нафис Минибаев. Один. Еще пять осталось. Еще пяток и можно, еще пяток и можно закруглять. Вот то, что говорили, в этом тайме будут забивать, да. Пока все оправдывается, все прогнозы, как говорится. 1-1. Счет сравняли. Уже хорошо, уже легче дышать, уже можно играть дальше. Ранив сейчас. А это не Ранив, это Нафис Минибаев. Мяч уходит за лицевую линию. Сейчас шепотом-то. Чтобы на камеру не слышали. Такое я нельзя. Стесняюсь. Ой, да ладно. Ну действительно неземная, да. И не поспоришь, не на земле же находится. Балконная. Да. Так, а тем временем, пока мы тут, понимаешь, обсуждали неземную красоту, нашего игрока срубили. А срубили, если я не ошибаюсь, Ранифа Хазиахметова, номер 6. Ну, вроде остается в игре. Аут. А, это фейерплей такой, то есть там столкновение было, значит, и мяч ушел. Понятно, что там было. 11 номер такой активненько сейчас по левому флангу прошел у Совпласта. Мяч в центр отдал поле. Тот уже на правом фланге оказался мяч, естественно, а не игрок. А
Ошибочка. И сейчас просто далеко вперед. Нафис там просто чудеса физической формы показывает. Убегает, оббегает. Иванов. На левый фланг, там во вратарской сейчас практически. Шигапов, по-моему. А, нет, Торбин, прошу прощения. Или 17-й. Не вижу отсюда. А, нет, Марат Шигапов это был, да, пошел на подачу углового. 17-й номер. Подача углового. И как-то так никак. Петров. Браво, Сафин! Как минимум атаку сорвал сопернику. Причем без нарушения правил это сделал. Уже контратаки быстрого совпласта сейчас не получится. Есть только и что и выйдет, то позиционное. И то, видимо, не получится, потому что здесь Хазиахметов сейчас просто... Молодцы, ребята! И удар от ворот. Кто подставил кролика Роджера? Не, ну все грамотно сделали на самом деле. Я не ожидал, думаю, сейчас запожарят. Все правильно, все молодцы. Молодцом держится. Все хорошо. Что хорошо кончается. Непозиционные, не контр, непозиционные атаки у Софласта не получилось. Мало того, еще и мяч достался нам. Удар от ворота, и Фахреев сейчас будет его в игру водить. Вел, ну как-то так. Нет, все нормально. Опасно. Головой Фахрееву прочитали. И защитники, и вратарь. Хазиахметов. Иванов. Торбин. Ах, Минибаев не допрыгнул. Сафин. Торбин. Иванов. 77-й Сафин. Пас вперед. На Минибаева не дошел. Но за попытку хвалю. А это сейчас голос тренера раздается. Нашего тренера. Наши дела пока нормально, и даже более того, хорошо. Твои как дела? Не замерз? Да, они там сама, по-моему, мячиком развлекались, да? Да, Торбин, ты куда? Кирилл, стой на месте. Ох, Минибаев. Такие нестандартные уж совсем решения придумывают, когда команда не читает. Ну ладно. Что-нибудь да придумать-то прочитабельно. Оп, завалил. Завалил Минибаев сейчас. Все, я за... своего дизави. Так ты шарик засунул между.
Так, штрафной удар сейчас. Выполняться. Уже, вернее, был выполнен. Согласен. На все 100%. Только учти, что здесь дети. Хазя Ахметов, да, придется, видимо, пикалкой потом это все дело закрывать. Упустили мяч за боковую. Что ж ты будешь делать, а? Оп-оп-оп-оп-оп. Иванов мяч в поле оставил, но здесь что-то совсем уж как-то так куча мала образовалась в центре поля у левой кромки его. Торбин сейчас просто великолепие! Опять офсайд! Положение вне игры, когда игрок, принимающий мяч, в момент паса находится за линией защитников. Это я объясняю и рассказываю. Почему мяч, почему игра была остановлена. Браво, Миневая показался в нужном месте, в нужное время. Мяч перехватил, но, к сожалению, передача оказалась. Но аут наш. Ященков сейчас сделал все как надо. И мяч опять обратно с аута получил. Сделал навес. Удар! Яй-яй-яй! Под перекладину мяч шел. Как хорошо, а! Это Шигапов. Угловой. Из-под перекладины сейчас доставал мяч голкипер Софтпласта. Из-под перекладины. Отскок от поля. В общем, достаточно противный такой удар для вратаря. Николай Васильевич, наш тренер. Команды Ротар. Вот это его сейчас голос раздается снизу оттуда, с кромки поля. Удар! Гол! 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 2-1! Есть! Есть, есть! Еще раз есть! Шигапов, что ли? Ренат! Шигапов забил! Красавчик! Со второй попытки все-таки добил, пробил. Замена. В составе Ротара номер 4. Марсель Ибрагимов на поле появляется вместо номера 23-го Ильнура Сафина. Это замена в линию. Полузащитник против полузащитника. Это замена в линию. Марат Шигапов второй мяч. Нафис Минибаев, по-моему, первый. Да, Нафис Минибаев первый и Марат Шигапов второй. Ну что ж, 2-1. И прогнозы начинают оправдываться. У нас есть фартовый болельщик, я так понял. В черно-зеленой форме. Знаменосец наш. Да. Ценю, Регин, мы все оценим, если мы сегодня еще и победим. Это будет просто... Что значит если? Да, пардон, простите, история не терпит. Так, аккуратненько. Пахлеев? Молодец. Ну, похвалил этот. Молодец, сказал. Конечно, без меня Пахлеев этот мяч не взял. Куда уж. Ибрагимов, пас вперед. Хорошо. Марсель просто браво. Меня! Эх ты. Но Ибрагимов сейчас великолепный пас отдал. Просто подковырнул мяч на самом деле туда-вперед. Ну как же четко он на Минибаева попал. Там уж Марсель, Нафис, прошу прощения, чуть-чуть не обработал. А комментарий-то хороший, да? Минибаев, ну просто супер. Все, главное, поняли, о чем речь идет и что на поле происходит. Вы
выносим, выносим аккуратненько, не пожарим. Мяч уходит в аут, ну, как минимум, опять же, быстрой атаки не получилось. Сейчас нужно разобрать игроков, закрыть, для того, чтобы оперативного простора для выполнения передачи у игроков. Вот он. Красная кепка, видать? Штеряков ошибся. Но защита подстраховала. Кэпа. Иванов. Ященков. По флангу пошел. Только его красные бутсы впереди мелькают. Шигапов. Ай-яй-яй, не прошел. Иванов сейчас в подкате. И оказался на газоне, Дима. Оказался на газоне. Ну, тут уж сам виноват. Знал, на что шел, сдал, шел, что шел в подкат. Свисток. Свисток, игрок на газоне. И замена тем временем происходит. Софласть, обратите внимание, как во втором тайме... Как во втором тайме противно Софпласт делает замену. Уже есть куда торопиться, сразу появился. И скорость, и оперативность. Счет-то 1-2 уже не в пользу Софпласта. Наши выигрывают. Ротар чемпион. Там что-то с Ивановым, по-моему, серьезное случилось. Его чуть ли не под ручки там поднимают. Чуть ли не на ручки. Это надо заснять. У тебя 1-2? Да, 1-2. У нас же два игрока травмированы. Здорово повредил. Но Антон Порфирьев вместо Дмитрия Иванова появляется на поле. Номер 21. Это тоже замена, естественно, в линию. Скорая помощь только что уехала. Скорая помощь, как всегда, уехала вовремя. Вообще наши спецслужбы имеют такую тенденцию уезжать тогда, когда они больше всего на поле нужны. Здесь нужна или лед, или заморозка, или что-то в этом роде. С кладоагентами, да. То есть, я так понимаю, он там здорово себе ногу повредил. Я, конечно, сказал, прокомментировал тот момент, что, мол, сам виноват, знал, на что шел. Но стоит, наверное, немножко извиниться за такой комментарий, потому что там что-то, да, что-то серьезное совсем уж у Димы. Вот теперь Софлас дошел до выносов. Доигрался до выносов. Замечательный комментарий. Комментарий? Сумасшедший. Кочин. Так, Штеряков. Петров. Петров, да, в защите. Только сейчас как-то... А, нет, Петров опять передвинулся туда в полузащиту. А уж ты. Почему там двери поставили вверх ногами? Двери? Ага. Где? Вон там серые. Почему вверх ногами? Они вверх ногами стоят? Переворачивайся, там окна. Это не окна, это вентиляционное отверстие. Так, отвлеклись на двери, тем временем угловой. Вон там Дмитрий Иванов хромает. А если при вас умрет кто-нибудь, а документов нет там, да? Да, Диму подняли. Там и Шайхутдинов, я вижу. И Ященков, по-моему, да? Да, там Шайхутдинов, Ленар, Максимов, Ранитвы и Нур, Сафин рядышком. Да, печальный факт, конечно. Жалко будет, если вот игрок выбудет на достаточно долгое время, потому что Дима, ну, достаточно полезный. А? Иванов. Иванов, да. Пашкали Петров. Извини, пожалуйста. Иванов Дима, конечно. Повредил ногу, и будет очень неприятно, потому что игрок сильный, да, еще и Числов сегодня, Денис, тоже повреждение получил, ну просто какой-то косяк, травм. Тогда меня не будет. Косяк в смысле, в положительном смысле, да? Замените вместо меня. А, ты играть будешь? Мастер там затопчет. В первой же атаке. Или это, с мячиком спит. Так, аут.
А, даже угловой, нет? А, вот Порфирьев его заработал. Да, раз не смотрю. Когда подрастешь, тогда будешь. А Хази Ахмедов будет выполнять. Пусть меня с мячиком спутает. Ну, Раниф умеет. Это больно. Бросать далеко и вперед. Ибрагимову. Угловой. И угловой. Ну что, шанс. Увеличить счет. 3-1. 3-1. И уже относительно комфортно себя на поле чувствовать. Снять. Если уж не все, то большинство вопросов относительно исхода сегодняшнего матча. Угловой. А Антон Ященков на подаче. Номер 22. Подача. Сейчас бы контратаку не получить. Вот это самое опасное после угловых. Вся команда оказывается на половине поля соперника. Но слава богу, вроде бы как аутом остановили, пусть и не в свою пользу, но уже контратаки не будет. Уже так быстро совпласт не развернется. Порфирьев! Ну куда? Ну зачем? Ну сильно. Все, перепутал вратаря. Ой, как ошибся сейчас. Вратарь совпласта. А может, Минибаев просто прочитал эту передачу и так чертиком с табакерки сзади защитников выскочил и перехватил. Но, увы, чуть-чуть там замешкался или засуетился, и передач не получился. А вообще можно было решать, конечно. Решать свою пользу. У них красная, ну, как галочка у пятерочки же есть красная цена. А-а-а. Да, у них у пятерочки есть такая красная цена. А кто, интересно, после нас сегодня играет? Здесь на поле. За пятерочку. Следующая команда уже на поле подтягивается. Ну, 22 минуты сыграно. Антон! Классно! Хазиахметов! Ай! Как-то слабовато у Хазиахметова получилось. Двадцать две минуты сыграно во втором периоде. Во втором тайме периода в хоккее. В футболе тайм. И пока счет 2-1. Торбин поборолся, не доборолся. Кочин. Своего. Торбин далеко вперед, но... Нет, мяч отказался у Порфирьева. И Порфирьев снова дальним пасом вперед пытался вывести на атакующие позиции сразу двоих форвардов, и Ященкова и Минибаева, не получилось. А вот сейчас к Торбину, кстати говоря, была адресована претензия назад вернись быстрее. Но Кирилл уже на своем месте, я смотрю. И тут Фахриев, конечно, этот мяч спокойно заберет. Без каких-либо вопросов. Сейчас вместе с Шариком. Так, Шагапов. Шагапов сегодня чрезвычайно полезным игроком, наверное, стал. Опасно! Фахреев на месте. В принципе, комментировать было нечего, все было видно на экранах. Порфирьев мяч перехватил. Торбин. Пас вперед. Никуда. Перехват и опасно может быть. Иштеряков из-под ног сейчас выбивает мяч. Все правильно сделал и чисто главное, чисто. Шагапов. Пас вперед. Минибаев. Нужно зацепиться за этот мяч. Зацепился.
Минибаев, продолжаем продолжать борьбу. Порфирьев там набегал. А где с нами Русофластер? А, заменился. Все правильно, Кочин. Далее, да, дабы не дать развиться контратаке, быстрой. Ништяков спокойно, корпусом. Никого не трогая, Шигапов. А Шигапов уже толкали. 25 минут замена. Снова Ильнур Сафин, номер 23. Так, ну кто сегодня не играл еще вообще? Роман Катаулин на поле не появлялся, Ренат Ахмадулин, Евгений Еременко и Ленар Шайхутдинов. Может быть, стоит Катаулина-то выпустить? Мне, например, понравилось, как в прошлом матче действовал Ренат Ахмадулин. Ну, не знаю, тренеру виднее. Что ж так уж, подарили-то мяч-то уж совсем. Вот и срезка в свои ворота. Не ворота, а в свою сторону пока. Ой! Ой! Нарушение правил нет. Тут головой своему голкиперу. Не хулигань, Макс. Порфирьева сейчас подталкивали сзади. В принципе, чистый игровой момент там. Свистеть ради этого, конечно, смысла не было. Хазиахметов с мячом в центре поля. Ибрагимову! Хорошо, что сделает Марсель. Марсель сделал классную передачу в центр. Минибаев чуть-чуть не смог обработать этот мяч. Торбина толкали, но его так просто не столкнешь. И Кочин далеко на трибуну мяч выбивает. Мяч наш! Ну, хотелось бы напомнить Олегу, да, что мы не на поле, мы на трибунах и мы не играем. Но, тем не менее, сделал все правильно, на самом деле. Там развивалась атака, он ее просто остановил. На этот раз флагштоком. Учитывая, что после того, как ты ударила флагштоком, ты погладила по голове, можешь и меня ударить. Сейчас бум, да? И не встал. Да, 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 да. Еще комментировать, еще неизвестно, какой комментарий после удара будет. Ну а тем временем, пока мы тут, значит, лирическая пауза такая. Цирк на выезде, да. Так, заговорил уже Совпласт. Совпласт заговорил и вместе с этим и аут заработал. 28 минут сыграно. Каждую минуту сейчас приходится считать, но вот счет такой скользкий. Что ж поделать. 28-12 осталось чистого времени. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ну как тут не согласиться с Виктором Гусевым? Ай-яй-яй-яй, вы со мной согласны. Да, момент. 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 Это, конечно... Наверное, самый реальный момент у Совпласта сейчас был во втором тайме. Вот за все 20, сколько там, уже почти 9 сыгранных минут. А смотрите, у Совпласта первый номер в поле бегает. Кстати, у Феникса, по-моему, та же история. Я вообще считал, что единичка, в принципе, во всех командах принадлежит вратарю, а нет. Просто мяч вперед отправил. Ну,
выставляет сейчас Николай Васильевич там игроков. Выстраивает буквально в линию, где кто должен стоять по позициям в защите. Петров снова ваут. Совпласт активизировался, осталось буквально 10 минут до конца матча. И до конца второго тайма, и до конца матча вообще. Третий гол нужен как воздух вот сейчас. Третий гол. Забьем третий, снимем все вопросы. Не забьем третий. Так и будем нервничать до конца матча. Хорошо, если 2-1 останется. Так. На 6-1 я уже сегодня не рассчитываю. Рассчитываем еще пока. Еще 10 минут, да? Еще 4 ну да, за 15 минут 4 забивали, почему бы за 10 и 6 не забить? Просто игра такая, что 6 тут уже точно не получится. Это видно? Но третий нужен. Вот третий мяч сейчас... Ну еще как минимум 2 же можно. 2 можно. 2 можно и как минимум 1 нужно. Вот просто нужно. Во-первых, уверенность в своих силах почувствовать. Во-вторых, иметь комфортное преимущество в 2 мяча перед вот на этой последней 10-минутке. Она становится крайне нервной уже, эта 10-минутка. Очень нервной. Замена. А, вот и Ренат Ахмадуллин на поле появляется. Вот то, о чем я говорил. Напрягая, сейчас будет, наверное, так, я понимаю, задачу у Ахмадуллина. А меняет он Антон Ященкова, да. Ну, сейчас уже ротар не будет спешить, все верно. 8 минут осталось до конца второго тайма и матча в целом. Ренат Ахмадуллин. Номер 9 вместо Антона Ященкова, номер 22. Замена в составе команды «Ротар». С руки? Нет, с ноги. Далеко. Далеко вперед. Там 21-й Антон Порфирьев оказался на фланге, подобрал этот мяч. Ахмадуллин мяч получил, Порфирьев отпасовал. Антон в центр, Минибаев! Ну! Решать! Да что ж ты будешь делать, а? Ну, атака, тем не менее, получилась. И Ахмадуллин первым же касанием, вышедший на замену, первым же касанием своим мяча игру здорово обострил, на самом деле. Сделал все как надо. Кочин там разобрался с тремя защитниками. Правда, потом эти же, ой, тремя нападающими, но эти три нападающих разобрались с нашей обороной. Нарушение правил. Фалил. Ранив Хазиахметов. И вот это моментище. И это шансище у Совпласта. Сейчас сравнять счет. Прошлогоднее... Да я не карку, я факты констатирую. Сейчас еще 9 метров будем отмерять. Стеночка. Вся команда, кроме двоих игроков Совпласта, сейчас в штрафной собралась. Показывает направление удара. Бьющие. Навес. Фахриев. Так и до инфаркта довести недолго. Порфирьев там сейчас пол поля прошел. Ну что ж никто не помог-то? Не открылся под передачу. Пропахал сейчас буквально пол поля с мячом Антон. Ну и КПД, к сожалению, нулевой оказался. Минибаев показывает направление паса. Ну! Ошибся Ахмадуллин с передачи. Навес. Ой! Ай-яй! А Совпласт-то атакует? Ну, в принципе, у Совпласта выбора нет. Только атаковать, только сравнивать счет. 6 минут осталось до конца. Нужно продержаться. Аут.
А вот около наших ворот. Сейчас бы вынести мяч, а вот вынести, не дать. Не даем бить, бить не даем. Ибрагимов на месте оказался. Хазиахметов вперед. Отодвинул игру в центр поля. Промахнулся мимо мяча Ибрагимов сейчас. Еще надо замен 5 сделать, чтобы тянуть время. 5 минут осталось до конца матча. Наброс на ворота и... Фахриев можно сходить пешком. Замена. И Роман Гатаулин наконец-таки появляется на поле. Вместо Нафиса Минибаева. Ну, я так понимаю, это усиление полузащиты. Я бы не назвал Гатаулина чистым нападающим. Это замена усиления полузащиты. И, наверное, сейчас один из полузащитников спустится вниз в оборону. В одного нападающего оставляем команду. Ренат Ахмадуллин, чисто выдвинутый форвард, сейчас, скорее всего, будет играть в последние 5 минут. 4 минуты остается до конца матча. Но нервная игра получается. Особенно вот в конце второго тайма просто нервная игра. Сафин. Ой, какая ошибка! Ибрагимов там благо зацепился за мяч и по своей традиции по бульдоже схватился за него и выцарапал. Уже заговариваться начинает. Снова Ибрагимов не дал сделать нацеленную передачу игрокам Совпласта. Гатаулин там, в центре поля. Уже даже ближе к защите играет. Хазиахметов набегал. Штиряков. Это Петров был, да? Петров. Ахмадуллин. Навес! О! И все-таки 2-2. И вот она, нервная концовка матча. И вот то, что должно было, наверное, случиться по такой игре. То, что в последние минут 20, даже 15, читалось. И гол забили. Не забиваешь тебе, забивай. Ой, не забиваешь ты, забивает тебе. Золотое правило. Вот оно и сработало. Сколько моментов сейчас было? И Минибаев там, и Ещенков там. И кто только не выбегал. И Ахмадуллин с Порфирьевым напрягали защиту. Но получили мяч в свои ворота. 2-2. Две минуты осталось до конца матча. Да, я думаю, что сейчас ничего уже добавлять не будут, скорее всего. Одна-две минуты они вряд ли... Удар. Сейчас просто ситуация такая, что Феникс... Ой, фу ты. Совпласт уже на подъеме, на моральном. Счет сравняли. Я не уверен, что наши... Надеюсь, конечно, очень верю, но вот по ходу игры сомневаюсь, что наши сейчас на зубах вытащат победу. Но хотелось бы. Вот ошибки в передачах уже пошли. Минута. Минута до конца основного времени. Сафин. Мяч сохранил. И передачу отдал 97-му номеру Совпласта. Кочин, Гатаулин, успокоил игру, мяч опустил, на Ибрагимова фолят на нем! А это тактический фол, между прочим, сейчас время потянут, пообнимаются там. Хазиахметов у мяча. Внизу, где конкретно, не знаю. Ну, под трибуны в помещении, там, через которые мы проходили. Ну, минутка осталась.
Сама-то возьмем, знает. А вот сейчас, наверное, гол, кстати, который забили, такая яркая иллюстрация слов тренера, да? Защита-то ни хрена не делает. Катаулин с мячом. Все, конец-то матча 2-2. Второй тайм мне понравился гораздо меньше первого. Не только потому, что гол забили, но и по игре выглядели гораздо более вяло, чем в первом тайме игроки Ротары. Может, подустали, не знаю. Но игра сломалась у Ротары, но и с другой стороны Совпласт немножко, скажем так, подтянулся, отквитал один мяч. Наверное, все-таки результат по игре. 2-2, ждем следующих матчей 11 числа против Антареса на стадионе «Динамо». Пятый тур закончился для Ротары сегодня ничейным результатом с командой Совпласт. 2-2, быть добру и ждем следующих.